Один тренер на тренинге подошел к женщине, которая задала вопрос, как не обижаться. Он сказал: «Вы знаете, вы самая глупая женщина, которую я видел на своих тренингах». Она жутко обиделась. Он сказал: «Да, не спешите, сейчас я еще один вам скажу. Вы знаете, у вас совершенно невозможно зеленые волосы». Она начала смеяться. Она говорит: «Я блондинка, вы все дурак, что ли? Какие зеленые волосы?» Он говорит: «Странно. Смотрите, я и в первый, и во второй раз сказал несуществующие вещи, но вы отреагировали только на первый. Почему? Потому что вы так думаете. Да. Потому что я сама не уверена в своем интеллекте, и именно поэтому я на это отреагировал». То есть, по сути дела, мы реагируем на то, что, во что сами верим. Если мы перестанем в это верить, если я перестану верить, как у меня сейчас волосы не зеленые, поэтому если кто-нибудь скажет, это смешно будет. Если я перестану верить, что я глупый человек, меня это не будет задевать. Когда мне говорят: «Ты дурак», я говорю: «Это интересное мнение. Есть аргументы какие-то?» То есть, если нет никаких аргументов, ну, извините.